На жерлице ж ночью клюет, ну елки-палки. Не поднимается, не хочет. Игорь. Ох. Да балада. Ой-ой-ой-ой. Рука уже болит. Да хорош, ну хорош, родненькая. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Я ж тебя так люблю. Я ж тебя так люблю. Вот так мифы и разбиваются. Мы с друзьями создали отличную группу в Фейсбуке для спиннингистов. Будут только два вида публикаций. Это отчеты с рыбалок, живые отчеты, детальные и интересные от живых рыболовов. И второй вид публикации – это вопрос-ответ. Разные ситуации у спиннингистов бывают. Если вы получите уведомление от этой группы, вы будете знать, что там что-то дельное, а не какая-то ерунда. Ни видео с интернета, с ютуба, ни перерепощенная 155 раз интернет-фотография. Каждую неделю будут проходить розыгрыши среди авторов самых детальных отчетов и самых активных авторов постов. Потому подписывайтесь на группу в Фейсбуке, переходите по ссылочке в описании. Если коряво и как-то криво рассказал, вы извините, я только что впаял огромную щуку и меня коробит. Родненькие! Всем привет! У нас на столе воблеры, штангенциркуль, маленькие плоскогубцы, весы и нож. Это значит, что сегодня у нас будет обзор воблера. Очень часто, когда у меня появляются новинки по воблерам, прежде чем тянуть их на рыбалки, я беру их в бассейн. Гоняю там, смотрю, какие более подходящую, с моей точки зрения, имеют игру для ловли щуки, которые менее подходящие, какие проводки к каким воблерам больше подходят, пытаюсь запомнить какие-то движения, которые нужно выполнять и так далее. Но в этом случае все было совершенно наоборот. Появилось у меня под конец года там ряд новинок, и как-то до бассейна руки не доходили, потому что несколько видео назад был ряд обзоров. Думаю, порыбачу с этими новинками. Так вот, три крайних видео перед этим – это съемки рыбалок с разных водоемов. В этом году у нас сложные рыбалки, в наших широтах, по крайней мере, но практически всегда у нас получается что-то найти, какую-то рыбку. Были даже трофейчики в этих видео, можете пересмотреть по ссылочкам в подсказках. А вот крайнее видео было снято на водохранилище Карачуны. Кто знает этот водоем, он в этом году себя вел очень скупо по отношению к рыболовам. Очень редко он их радовал щукой. Щучку мы нашли, она стоит на 3 метрах, валяется на дне. Мы это уже выяснили, есть друг спиннингист-подводник, честный подводник. Так вот он нырял, говорит, просто валяется, она вся в пиявках, просто валяется. Никакого сантиметра пространства, просто валяется на дне. Щука пассивная, много там десятков пиявок. Ну вот кадры какие-то найду, прикреплю, посмотрите. Щуку ловишь, и на ней там 15-20, было там и за 20 пиявок на одной. Ну, вроде бы очень пассивная. Но на такой глубине она наклюет на воблеры, которые идут в пол воды, чуть глубже, чуть мельче. Иногда вообще на приманки, которые идут с заглублением там по горизонту 1 метр от поверхности. Джиг практически полностью игнорирует. Иногда влетает на колебло. Щука ведет себя в этом году как-то очень странно. И чаще всего она очень пассивная. Так вот, представьте, рыбалка. Есть немало воблеров с подходящим заглублением. Меньше, больше. 2-3 заброса, смена приманки. 2-3 заброса, смена приманки. Куча рыболовов на воде. Понимаем, что щука пассивная. И когда выстреливает один воблерочек. Хоп, тычок. Меняешь, меняешь. Ага, тычок был на этот воблер. Тук, хоп, щучка. Хоп, щучка, хоп, щучка, хоп, поклевка, либо сход там был, я уже не помню. Короче, рыбалка отснятая, можете пересмотреть. Зашла приманка, недорогая, от репликантов. Есть такой воблер, который называется Цуёки Ватсон 110 SPSR. Это реплика на воблер от Z-Baits 110 Orbit SPSR. Я когда-то давно снимал по нем видео, все в то время называли все реплики копиями, но я говорил, что воблеры схожи снаружи,
Но если присмотреться, детально изучить их рабочие характеристики, то это разные воблеры. Репликанты украли рекламу, имидж какой-то у японского производителя, но внутри это другие воблеры. Не всегда они достойные, не всегда они хороши, не всегда они... Но такое также бывает. Лучше оригиналов, как мне кажется. В этом же случае у нас сработал Watson 110 SPMR. По заглублению старший брат Watson 110 SPSR. У японцев такого воблера попросту нет. Потому уже называть репликой Watson 110 SPMR ну как-то не с руки. Потому не реплика, а самобытный воблер. Сработал на нескольких рыбалках. Я вам сейчас покажу его внешнее состояние. Расскажу много интересных моментов по нем. Проводка, заглубление, качество производства, вес приманки, упористость и так далее. Посмотрим игру приманки. И самое интересное, то, что он реально приносит очень пассивную щуку. Ну что ж, друзья, давайте начнем этот обзор. Смотрим, как играет приманка в толще воды. И, ну, чтобы не писали плохих комментариев, не хочу там говорить, что прям лучше орбита. Ну, смотрите и пишите вы свои выводы. Я не так давно рассказывал, что свежие воблеры и от японских, и от китайских производителей стали интереснее. Что-то они поняли еще то в воблеростроении, в геометрии тел, балансировке этих приманок, что приносит более сочные показатели. Так, много уже рассказываю, смотрим игру. Запомните, друзьяки, самое главное в обзоре товара либо услуги – это наглядность. Потому что, может быть, человек вас и обмануть не хочет, но от одного и того же товара либо услуги у разных людей разные впечатления. Они могут использовать их по-разному. Потому я всегда стараюсь передать наглядно то, что может воблер в толще воды, либо то, что я могу из него выжать в толще воды. Смотрим, делаем все заключения самостоятельно, пишем их в комментариях, а чуть позже я уже поделюсь своими какими-то впечатлениями по поводу игры этой приманки. Хочу лишь отметить то соотношение, о котором у нас сложился на данный момент уже стереотип. Это размер лопасти и верткость приманки. Свежие воблеры разрушают старые представления о воблерах и их игре. Так вот, лопасть этой приманки даже по отношению к орбиту во много раз больше. Кто не поленится, зайдет на обзор дорогого японского оригинального ZBait Orbit, посмотрит его игру, оценит верткость. Я думаю, будет это интересно. Вам сделайте, если не сложно. Тот напишет интересный комментарий под этим видео. Так вот, у Ватсона огромная лопатка по сравнению со 110-м ZBait Orbit. И эта лопатка в разрезе уже не верткости, а заглубления выводит его на горизонт более 2 метров. То, что я сейчас говорю, было получено на практике с помощью моих снастей, которые вы, многие из вас, я думаю, знают. Тонкие шнуры. Поводочек эксклюзив лидер от Николая Запивайло, 0,7 мм, 30 см. Я считаю, это один из лучших поводков. Он прозрачный в воде, он не боится зубов щуки. Он стоит денег, но служит огромное количество рыбалок, если вы его не оторвете. Но он тяжелее, чем скрутка. Скрутку для съемок игры я всегда ставлю, чтобы вы видели практически неизмененные характеристики работы приманки. Кольцо снял, скрутку поставил, практически один и тот же вес. Но с поводочком от Николая Запивайло этот воблер практически чистый суспендер, возможно, немножечко с отрицательной плавучестью, потому что поводок немного тяжелее. Так вот, на практике, на рыбалке с тонким шнуром размером 0,8 с поводком от Николая Запивайло этот воблер ныряет на глубины 2 метра 10-20 сантиметров абсолютно точно. На этих глубинах исправно он царапает дно. На глубинах 2,5 метра ни одного раза дно не зацепила эта приманка. Потому где-то максимальное его заглубление
метра 2 и сантиметров 20-30, мне так кажется, либо насколько нас там мог обмануть эхолот. В то же время воблер чувствительный в плане заглубления к проводке. Рывочки, протяжки, более плавная анимация, воблер идет глубже. С помощью коротких жестких ударов, это, я думаю, будет отражено и на видео со съемок игры приманки, воблер может буквально с одного места очень резко изменить горизонт проводки. И так прилично, сантиметров на 30, а то и на 40. Очень интересная такая возможность, как у того же Jackal Smash Minnow, например. Такая особенность. Потому, чтобы выйти на горизонт поглубже, более плавные проводочки. Спиннинг подняли, более такие живые агрессивные проводки. И с помощью этого воблера я обрабатывал акваторию с глубиной менее 2 метров, чуть более 1,5 метра. 70 примерно мы стояли по якорю, на этой рыбалке уже у нас не было эхолота. Но тем не менее, не прям чтобы сопал воблер дно, иногда цепляет его, но работать можно. Потому вот такой диапазон глубин за 1,5 до 2,5, это то, что можно обработать по самому-самому дну. А рыбку мы ловили с помощью этой приманки на глубине 3 метра, 2 метра 70 сантиметров. Имея такую большую лопасть, ну, по сравнению опять же с тем же орбитом, этот воблер мне не показался упористым сразу, но когда я уже его тестировал, пытался по-разному раскрыть в плане игры, на некоторых манипуляциях он начинает упираться, и упираться достаточно неплохо. Потому, чтобы получить все вот это разнообразие по игре приманки, которое вы наблюдаете на видео, нужно такое уверенно строгое удилище с тестом гораздо выше, чем вес этой приманки. Воблер весит 18 грамм, плюс-минус, в зависимости от покраски. Ну, позже мы его взвесим, посмотрим точно. И вот для его анимации мне кажется, что спиннинги должны быть с тестом грамм от 30, наверное. ZMX Ultimate Tournament я из Professional использовал для его анимации в тесте до 18 грамм, но там сильно занижена верхняя граница. Практически полностью раскрывается, но не до конца. С более мощным, с гораздо более мощным удилищем этот воблер показывает еще больше и еще ярче демонстрирует свои навыки в толще воды. Потому вот спиннинги злые, быстрые, как мне кажется, как мне диктует ситуация, нужны для его анимации. Плавучесть у приманки, как вы видите, родная, это минимальная, положительная, как я уже говорил, с поводочком от Николая Запивайла, минимальная, отрицательная. Все дело на родных тройниках, ничего не догружал. Так, по этому моменту вроде бы разобрались. Проводка, заглубление и плавучесть. Далее нужно отметить то, что это классическая, можно сказать, дутенькая, пузатенькая миноха. Конечно, похожа на по своему телу ZipBaits Orbit, известный всем. Три тройничка номером 6. Тройники, кстати, выполнены неплохо, из достаточно толстой проволоки. Для номера 6 толщина этой проволоки, это, можно сказать, очень неплохо. Если кому-то вдруг нужно будет что-то помощнее, могу посоветовать Торнадо от Гюрза. Мощный тройник с еще более толстой проволокой, но как бы каких-то прямо предпосылок для замены пока что я не увидел. Держал я крупную щуку уже, но, к сожалению, был сход. И не потому, что там плохой какой-то тройник, а потому, что щука берет приманки очень аккуратно. Пересмотрите вот прошлое видео с рыбалки, там, где я на него ловил. Погода очень холодная, можно сказать, сырая такая, в районе 0, но это тот 0, который очень холодный, потому что влажность воздуха очень высокая. Приманки не сохнут практически. Приехал, я их не успел посушить там на двух или трех, после двух или трех рыбалок. Ну, проступают такие следы коррозии и на кольцах, и на тройниках. В принципе,
Это присуще всем тройникам на всех воблерах, потому сушите свои приманки после осенних рыбалок. Этот воблер, как я уже говорил, весит вот ровно столько, сколько нам показывают весы. Что можно отметить еще? Можно отметить еще то, что некоторые цвета, особенно с голограммками, у циёки получаются особенно хорошо. Ну, прям, ну, по крайней мере, мне так кажется. Так, рассказал много, игру вы уже всю посмотрели. Что я хочу сказать по игре приманки? Воблер, опять же, имея такую значительную, вроде бы, казалось, лопасть, имеет бешеную маневренность. Делаешь рывок, получаешь один результат. Делаешь плавнее рывок, либо жестче, получаешь другой результат. С очень жесткими какими-то ударчиками можно крутить, вертеть без проблем на одном месте этот воблер. Остаточные колебания в виде продолжения движения, вращения на одном месте достаточно продолжительные. Короче, по игре одни плюсы. Уже огромный список обзоров на воблеры, и очень часто я говорил это и в прошлых обзорах, вот в крайних, на свежие воблеры. Некоторые воблеры отличаются какой-то одной характеристикой, такой фишкой. В свежих воблерах эти фишки, ну, присутствуют абсолютно все в одной приманке. Замечательнейшая игра, воблер несложный, так или иначе он играет, но в руках опытных спиннингистов это просто широчайший спектр по трюкам, каким-то выпендрежам в толще воды у этой приманки. Так, друзья, что у нас по забросу? Шкель у нас на воде, туман плотный, на уже удачной рыбалке с этим, опять же, воблером, который вы увидите чуть позже. А сейчас хочу рассказать по дальности и качеству заброса. Несколько хвостов даже на куканы посадили. Была такая щучка приятных размеров, почти трофейная. Короче, следующее видео будет классное. Этот воблер весит для 110-х приманок не особо мало. Да, это почти 18 грамм. Он имеет в своем теле систему дальнего заброса в виде шариков, которые во время заброса смещаются в хвост. Но в стартовом отсеке они все же крепятся магнитом. То есть система дальнего заброса магнитная. И это очень неплохо сказывается, да, на дальности обычно заброса и качестве заброса, прицельность и так далее. Есть также достаточно значительных размеров лопатка. И чаще всего это сказывается не так хорошо на дальности и качестве заброса. Но в этом случае угол отклонения лопатки от продольной оси тела воблера незначительный. Ну и получается буквально, ну, практически ровная линия, если взять продольную ось тела воблера. И это сказывается на дальности и качестве заброса как раз таки очень неплохо. Снасть у меня ZMX Ultimate Professional 5.18, катушка Shimano Stradic 2016 модельного года, шнурок размером 0.8, это Max Power PE от Varivas. За сорокет стабильно, под 45 очень часто. Бросаем, считаем. Один оборот рукоятки 77 сантиметров. Штиль на воде, куда не бросишь, все будет нормально. Слабину выбрали, вершинка отыграла. Считаем обороты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Меня так утомляют эти считалки. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ну, за сорокет улетает стабильно. Хороший заброс, это метров 45-46. Летит прицельно, четко и уверенно. Вопросов по этому вообще никаких не возникает. Для лодочной за глаза ловли, для береговой почему бы и нет. Да, друзьяки, сейчас кто-то получит по спине, но этот воблер я бить не буду, потому что через неделю, в понедельник в 9 часов утра, выйдет офигенная рыбалка на моем канале. С помощью этой приманки получилось обловить 12 экипажей, среди которых были даже спортсмены, поймать трофей, тот, который вы видели в начале видео, это все было сегодня.
вчера начал снимать обзор, сегодня поехал на рыбалку, друг пригласил, отловился замечательно, 6 хвостов взял, все отснял, взял трофеище, вся щука в пиявках, ловит реально пассивную рыбу. 4-я рыбалка с этим воблером, 3-я удачная, я бы сказал, мега удачная. Потому если вас заинтересовала эта приманка, которая и стоит недорого, и ну, творит что-то с чем-то, советую купить, потому что скоро их просто не будет. Не сочтите за рекламу Саня Марадона, Саня Пучков, много местных криворожских рыболовов происходило. Это все на глазах у многих людей. Рыбалка выйдет в следующий понедельник. А сейчас давайте выясним, как звучит этот воблер. Я не скажу, что он громкий, потому что есть у меня приманки, которые звучат погромче. Не скажу, что тихий. Он звучит как-то среднегромко, но среднегромко, ближе к громким. Так, возле петлички шумлю воблером. Вот примерно такие звуки он издает. 1 метр воды в тихом помещении, где снимал игру, в бассейне пробивает этот звук. Достаточно громко, но есть явно и погромче звучащие приманки. Так, осталось у нас проверить лакокрасочное покрытие. Натуралочка. Я уже ее немножко поколошматил и могу сказать, что воблер покрашен очень хорошо. Нож, удар. Просто в комментариях потом напишут, как ты говоришь хорошо. Оригинальный воблер. Оригинальный воблер. Ну, как бы, чтобы вопросов не было. Да, сила удара, все одинаково, нож один и тот же. Друзья, в общем, стоит недорого, летит хорошо. Крючки, ну, по крайней мере, первое время абсолютно никакого требования не выдвигают по их замене. Ловит пассивную рыбу. Сегодня 6 щук поймал, напарник у меня перебрал 3 коробки, 2 моих с воблерами и 1 свою. И поймал 1 окуня. Я поймал трофей, не могу успокоиться, даю ему спиннинг с этим воблером. Говорю, Игорь, лови. Он взял ту щуку, которая на аватарке. Видео будет в следующий понедельник в 9 утра. Не пропустите. И если этот вас воблер заинтересовал, советую его очень быстренько приобрести, потому что они скоро закончатся. Я вам говорю, Кривой Рог их вынесет просто. Ну, все увидите в понедельник следующий в 9 часов утра. Всех благодарю за просмотр. Всем ни хвоста, ни чешуи.